Девчонки, привет-привет. Ну что же у нас творится на улице, а? Мальчишки тоже, на всякий случай привет. Ну это же просто невозможно. Дождь стеной. Так что-то, не знаю, видно, не видно. Прям вот не прекращается. Конца и края ему не видно. Хочется что-нибудь... Небо такое темное. Хочется что-нибудь вкусненького. Сразу от тоски. А, я сегодня же одну штуку купила. Сейчас покажу. Смотрите, что купила. Вот за сколько лет, да? Я здесь сколько лет живу? Ни разу. То ли я в нем. Давид говорит, ты внимания не обращал просто. Сегодня присматривалась к этой экспарже в банках. И, короче, увидела пальма. Прикиньте, пальма консервирована. Я Давиду, она, конечно, эта баночка стоит 2,80, здесь чистого весу 250 грамм. Ну, по идее, для консервов дороговато, конечно. И Давид такой, я говорю, а что мы? Он говорит, о, мне так и нравится, берем. Я говорю, а так а что мы ее раньше никогда не брали? Он говорит, я не знаю, я про нее забыл, а я и не знала. Сейчас я говорю, дай-ка. Он, короче, хочет ее положить в салат. Я вообще не представляю, как она будет в салате. Хочу сейчас этот, сейчас вилочку возьму, достать, просто попробовать, как она на вкус будет. Короче, не знаю, сейчас открою. Нашим любимым движением, помните, да? Как сильные независимые женщины открывают банки, когда она вот так вот не открывается. Берем вот так вот, делаем. И хера ей не получилось. Поворачиваем. Вот. Щелчок, слышали? Вот так просто надавливаем с двух сторон. До щелчка. И открываем. И все, и дальше она легким движением руки банка открывается. Что-то она как-то странно пахнет. Знаете, как что? Как маринованный шампиньон. Сейчас возьму тарелочку. Та-дам. Что за ерунда? А внутри главное. Она еще распадается на составляющие сейчас. Хрень какая-то. Ну как бы она не стоит 2,80. Что-то я не поняла, не знаю. На что вкус похож? Знаете, как вот, если бы это была... Были вот грибы маринованные есть, вот такие, которых уксусу много-много кладут. Вот если бы они были такие не жесткие, они же когда маринованные жесткие, вот если бы они мягкие были, такие прям... Вот мягкие, вот это было бы похоже на эту штуку. Ну ничего, конечно, есть можно. Не знаю. Ну не знаю. Будем пальмы жрать. Пако, кстати, тоже обрадовался. В баночке. В баночке всего... Сколько? 6 штучек. Таких. Прикиньте. Короче, я не знаю, сейчас салатик сделаем. И попробую вместе с салатиком. Сейчас как раз ужин будем готовить. И попробую вместе с салатиком, что получится, не знаю. Короче, девчонки, мальчишки, дубль 2. Давид был в душе, когда я вот это сейчас снимала. Я ему сейчас прислала, говорю, фуля, какая-то гадость вашей пальмы. Он говорит, так ты чё, говорит, кроме того, что если не хочешь ее в салат, надо, короче, сделать так. Пальмы жрут так. Сейчас инструкция, как правильно есть пальмы в голодный год. Короче, вот эту водичку, которая есть здесь, он говорит, ей еще надо дать стечь. Вот так вот, да? Потом сюда надо вот это хозяйство. Я так подозреваю, наверное, давайте порежем на кусочки. Порезать надо. Натросить, да, натросить. Порезать на кусочки.
У меня все кусочки развалились к черту. Вот сюда, чтобы видно было. Дальше. Сюда. Это все надо... А, где-то у меня лимон. Сейчас я сбегаю за лимоном. Короче. Берем лимон. Лимон. Оливковое масло. Так, сюда. И теперь... Сейчас, ну-ка, подальше. И теперь, короче, он говорит, надо это все хозяйство полить оливковым маслом. Ну-ка, я их сейчас закучкую, чтобы не разливалось много. Все это полить оливковым маслом. Вот так. Потом посолить. Немножко вот так посолю. Плюс еще полить лимонным соком, но немного. Но немного. Сейчас я немного сделаю. Так, упс. Блин, не давится. Немножко, короче, лимонным соком. И уже теперь вот эту всю ерунду. Привет, привет. Подожди, эспирата. И теперь вот эту всю ерунду пробовать. Окей, давай. Sí. Sí, a mí me encanta el palito. Bueno, sal. Se le pone muy poquito limón. No, yo pongo muy poquito, ¿no? Mmm. Qué rico. Yo ему, короче, не доверяю вообще нифига. ¿Cuánto tiempo sin comer? Как давно уже не ел. Esto es como caviar. ¿No? Ну, вот так, да, так уже вкус более-менее, когда с солью. Está mejor? Ну, sí. ¿Ves? Так она уже съедобна. Ну, у меня почему распадается-то? Да. Muy. Sí. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Que era mejor? Ну, вот с лимонным-то соком, да. Uh-huh. Получше это будет. Что только не сожрешь. Не te gusta. Ну, yo no puedo decir que no me gusta. Он по сабору un poco extraño. Сейчас такого чистенького всего и накормим. Bueno, es tu cena. Он говорит, у нее цена, как у икры черной. Ну, правда, да, что-то это дорого для пальмы-то. Todo para ti. Rico. Вкусно. Ну, слава богу. Ладно, съедят. Да чего только не доживем в Испании. Чикафро. И después va a decir que España... Bueno, podemos decir que en España vivimos muy pobre. Comemos palmeras. Я ему говорю, потом мы скажем, будем всем рассказывать, что мы очень бедно живем в Испании, едим пальмы. Клара. Bueno. Ahí delante tenemos una palmera. Здесь у нас дофига пальм растет вон под этим. Podemos cortar y eso está en el tronco de la palmera. Короче, ее надо прям с этот обрезать. И внутри вот это вот, то, что у веточки есть, я так поняла, это вот едят. Клару у нас... ¿Cómo se llama? Frutas de palmera. ¿Cómo se llama? Dátiles. Dátiles, да, эти... Дадили. Сейчас я буду на русский язык переводить 3 часа. Дадили, плюс финики. Финики же, да? Финики, да, с этого, с пальмы. Mm-hmm. Короче, жрём финики. Просто как обезьяны. Mm-hmm. Живем на пальме, жрём бананы, финики. Ну и, собственно, саму пальму. Вот так вот. Ладно. ¿Qué vamos a cenar? Ya. Bueno, preparar. Пошли ужинать, он говорит, уже. Yo todavía estoy con la comida aquí. Он еще вот до сюда, вот сегодня мы наелись, в конце концов. Это, все вместе ему там сосисок всяких разных я нажарил. Себе взяла кусочек курицы этой, mm-hmm. которая, как сказать, филешка, которую взяли по акции. Mm-hmm. Короче, у нас еще все с обеда осталось. В общем, я кусочек тортильи и кусочек курицы и все. Что-то мне сегодня желудок разболелся, я так подозреваю от ибупрофена уже. Ну ладно.
Пора мы здесь пойдем. Пока-пока. А, пока-пока. И мы можем попрощаться. Увидимся. Все, девчонки, увидимся. Увидимся.